В Астане на время проведения Экспо в летний период запустят дополнительные поезда в 14 направлениях. Об этом в ходе брифинга службы центральной коммуникации сообщили представители Министерства по инвестициям и развитию. Запуском новых железнодорожных сообщений количество поездов, курсирующих из столицы, увеличится с 44 до 58. Также на брифинге стало известно о сумме налоговых задолженностей на транспорт. Речь идет о более 6 миллиардов тенге. К примеру, в 2015 году только в Алматы задолжали по налогам 150 тысяч автовладельцев. Эти налоги, мы все знаем, что они идут на исполнение социальных программ государства. Представляете, сколько социальных программ можно исполнить на эти 6,2 миллиарда в рамках одного лишь города?